Ну как же я здесь не был? Я тут не был. Я тут не был целое лето. Ну, смотрите, какая красота. Люблю я дождь. Здравствуйте, друзья! Сегодня 30 сентября 2020 года. Я еду на велосипеде, на площадь центральную въезжаю. Смотрю, фонтан кипит, бурлит, и даже огни там включены. Сейчас мы посмотрим, как это красиво переливается. Да, я не сказал о самом главном. В Анапе дождь, кругом, смотрите, какая сырость, лужи. Я весь мокрый, потому что я ехал когда в штаб по делам. Вот, как раз ливанул ливень, и я промок, можно сказать, с ног до головы и до велосипеда. Вот, но настроение у меня хорошее, потому что, в общем-то, так достаточно прохладненько, хорошо, комфортно. И главное, смотрите, нет людей. И я люблю, когда вот так вот в Анапе так зиму напоминает. А сейчас я проеду на центральный пляж и посмотрю, какое сегодня море. Ларьки все работают, но народу-то нету. И музыка эта дурацкая. Ну вот я, вот человек даже в столовую на велосипеде заезжал, вот. Давненько я тут не был, потому что, уйка, все, конечно, в грязи, в этой тени. Вот, и народу никого, и опять дождь начинается, блин, и надо камеру прятать. А, тут смотрите, какие навесы, тут можно спрятаться. О, ну это просто отлично, отлично. Ну тут запашок-то стоит, как на очистных сооружениях. Дождь усиливается, но здесь очень даже хорошо. На море такая серебряная рябь. Никогда не видел такого моря. Кстати, лебеди и чайки тоже мокнут. Лебеди прямо в море. Там шеи вжали. А чайки просто сидят как клуши. И тоже никуда не летят. Просто сидят, мокнут. Вот опять дождь утих. И я сейчас по аллейке поеду до... У меня, правда, аквабокса нет, но поеду по этой центральной аллее на... Сейчас немножко дождик приутих. Он такими сегодня волнами
Я сегодня фотографировал атаманов и буквально ждал такие вот моменты, когда минуту дождя нет, я выскакивал на улице фотографировал и вот успевал. Ну, смотрите, какая красота. Люблю я дождь. Сейчас немножко рэпа будет вот с этими словами. Вот смотрите, я сейчас буду говорить, а потом это будет рэп. Люблю я дождь, когда нет никого в Анапе. И только я на велосипеде еду. Золотой пляж, старый ресторан. Давно я тут не был. Кстати, здорово, красиво смотрится он. Смотрите, друзья, какой прекрасный ресторан. Мы когда-то здесь с Наташей, с Машей и Валей ужинали, отмечая окончание сезона. Смотрите, как он здорово смотрится. Вот таких сейчас зданий, таких сооружений в Анапе практически нет. Вот, но это так здорово, вот так красиво, так оригинально. Ну а тут аквапарк тоже. Подъезжаю к Гребенским воротам. Ну вот пользуюсь таким окном. Аквапарк, улица Гребенская. Красота. И Гребенские ворота. Молнии сверкают. Супер, супер погода. Все кафе пустые, все пусто, все работают. Конечно, все там, значит, работники на местах, а посетителей нету. Все работает, все, пожалуйста, все. Почему люди не ходят в такую погоду? Ну, здорово посидеть, поесть шашлыка. Вот, кафе Ирина. Уже, слушайте, закрылась, да, да, закрылась. Кого? Красота! Как здорово! Да, прекрасно. Снова попал в такое окно. Динозавр. Пляж Акватория. Они разбегаются, страшно. Кафе пустые. Только никого нету, никого. Thank you.
Дом енота. Вот меня спрашивала одна женщина, что такое дом енота. Так это вот зоопарк, оказывается. Дом страха. Слушайте, как я тут давно не был вообще, как будто бы в другом городе. Столовая пустая. Пирожок, что ли, съесть? С капустой. Тут тоже никого нету. Тоже пусто. Все пусто, пусто, пусто. Сувениры. Пляж у Анапки. Никого тоже нету. Красота. Супер сюжет. А, чуть не забыл. Смотрите, друзья, дерево. Помните, я когда-то его снимал. Это платан, и он жив. Жив платан. Вот это говорит о том, что могут деревья расти на песке. Ну, кто сказал, что не могут? Могут. Эх, какая же... Ну как же я здесь не был? Я тут не был целое лето. Целое лето я тут не был. И смотрите, как этот пляж выглядит. Здорово. Никого нет, пустота. Лепота, лепота, друзья мои, лепота. Самая настоящая лепота. Только молнии сверкают. Гремит, да, и никого нет. Здорово. Еду обратно. Еще раз смотрим на это прекрасное дерево. Здорово, что оно выжило. А, друзья мои, как здорово, здорово, здорово. В любой момент может разразиться ливень, молнии сверкают. Мостик через Анапку. О, а тут нас ждет очень замечательная картина. Лебеди. Вот эти белые, это вот уже взрослые особи, а серенькие, это молодежь, которая в этом году только вылупилась. Thank you.
замечательная, красиво. Настоящая лепота, и только молнии сверкают, и гром гремит. Люблю я дождь, когда нет никого в она, и только я на велосипеде еду по ушам. Супер погода, красота, как здорово. Люблю я дождь. Люблю я дождь, когда нет никого в она, и только я на велосипеде еду по ушам. Но мне уже, я говорю, не страшно промыкать. Фонтан не работает, фонарки. Но мне и до дому недалеко. Ну там у нас парк джунглей. И все, я убираю свою камеру, потому что вот сейчас грянет дождь, друзья. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всего вам доброго. Вот уже он в воздухе, этот дождь. Пока. Я спрятался под этим навесом в парке джунглей. Смотрите, какой зато чистый у меня велосипед. Просто как будто бы с конвейера сошел. Вот. А я вот тут вот с этим вот товарищем. Вот здесь вот мы, товарищ недоволен, что дождь идет. Ну, я тоже. Ну, сейчас дождь опять утихает, и я сейчас устремлюсь опять домой. Ну, буду уж домыкать.